Итак, друзья, продолжаем наш качкач. На весах 95 килограмм, Аня, убери его. А, ладно, ты же не сможешь его брать. Основное – это стабильность результатов. И если вы спросите любому профессиональному инвестору, то он вам тоже ответит, то, что он выберет. Да? Например, вот если вы предложите профессиональному инвестору, что ты выберешь? 15% стабильно всю твою жизнь или 5000% вот единоразово прямо здесь сейчас? Конечно, любой инвестор, который, собственно, хоть раз что-то считал на калькуляторе, то есть он выберет 15% на доллар. Стабильность – это очень круто. Но многое из того, что вы написали, тоже правильно. Конечно же, без дисциплины никуда, без дисциплины никуда. Ну и поработать, собственно, как кто-то из вас написал, то тоже придет. Итак.